Друзья, в общем, занимаюсь я тут самоделанием. В общем, проблема такая, что в сампе и в нижних вот этих аквариумах у меня постоянно скапливается, ну, куча какого-то вот, ну, ила, дерьма такого, да. И мне очень неудобно его как бы высасывать, ну, убирать оттуда. То есть мне приходится сначала это делать в ведро, потом из ведра выливать насосом в канализацию, либо в унитаз. Вот я решил, ну, упростить себе этот процесс. В общем, я вот такую помпу замутил. Значит, вот у нее вход такой вот, да, вот. И, ну, выход. Я хочу, чтобы вот помпа все за меня делала, всю работу. Ставлю ее в ведро, потому что наверняка там будет день подкапывать. Вот. И сейчас мне ее надо наполнить. Вот. Я вот это сюда ставлю. Это все дело усасываю, чтобы помпа наполнилась водичкой. И пытаюсь ее включить. Надеюсь, она рабочая. Так, ну и что? Друзья, вода идет. Так, сейчас будем пробовать какашки убирать. В общем, вполне себе рабочая система. Ну, а только, конечно, шланг такой погибче. Это придумать. Ну, я, честно, давно думал, как мне это сделать. Ну и вот такая вот у меня придумочка. Да, только более гибкий шланг, потому что этот шланг имеется в виду вот такой какой-то, друзья, надо. Чтоб не перегибался и в то же время гибко-мягкий был такой. Наш черный шланг, друзья. Вон, видите, раз, чистая пошла. Сейчас раз, хобана, темная, видите, да? Не работает. И меня прям радует это. Друзья, ну, в общем, эксперимент успешный. Смотрите, у меня чистые отсеки здесь, выходные в сампе. Ну, там чуть-чуть осталось. Ну, друзья, это просто из-за того, что, ну, вот неудобно. Вот она такая вот толстая. То есть надо вот ее переделать. Вот. И мне очень-очень нравится то, что я не бегаю ни с какими здесь. Вот у меня в канализацию она ушла. И все. И мне как бы хорошо. Так что единственное, что, друзья, вот у этой помпы мне вот на этом входе, сейчас покажу. Вот, друзья, вот на этом входе у нее вот такая вот, ну, сетка, да. Вот, а там, кстати, вон улитки как раз забившиеся. Ну и вот эта вот штука, она, ну, маленькие вот эти дырочки. То есть имеет, конечно, смысл брать помпу какую-то побольше и, возможно, другой, что ли, конструкции, я даже не знаю. Но, наверное, побольше какую-то помпу имеет смысл брать, вот, которая может, ну, чтобы вот сюда улитки просто пролетали, вот, а там, ну, ротор их выплюнет и все. Ну, даже если ротор заклинит, вот так вот разобрали, прочистили, да и дальше. Но здесь больше не столько улиток, сколько вот этого ила накапливается.
И поэтому, собственно говоря, это актуально. А таскаться, бегать с ведрами, ну и тут видите еще, друзья, здесь уровень как бы небольшой, да, перепада между вот этим и ведром. И сосать она будет, ну, если просто трубочкой будете сливать, ну или я буду сливать, да, то трубочкой, она очень медленно сосет. И чтобы почистить только этот отсек, надо потратить, я не знаю, уйму времени. Я потратил сейчас, ну, сколько, я не знаю, минут 5, наверное. Поэтому, ну, классная штука, мне нравится мое изобретение, если можно это так сказать. Сейчас вот надо найти мне помпу более большую. Друзья, надо сказать, что и вот эта сама трубочка, она, ну, тоненькая. Вот. Несмотря на то, что это, я не знаю, какой-то, ну, толстенный такой шланг. Там для подключения чего-то мощного. Но вообще, как бы, она там, ну, сколько миллиметров, может 8 эта дыра в диаметре. Я к тому, что, конечно же, ну, более другой шланг надо просто использовать, и все.